Город здоровья под открытым небом посетили сотни горожан абсолютно бесплатно в самом центре Воронежа на площадке у диагностического центра. Областной межведомственный проект «Живи долго» уже доказал свою актуальность и востребованность. В его рамках весной в одном из торговых центров медики провели субботник здоровья и вот еще одна масштабная акция, направленная на сохранение долголетия. Скажите, как вам такая акция? Нравится акция, конечно. Все врачи, я с удовольствием все смотрю. А каких врачей вы уже посетили? Только кардиолога и давление померила, больше еще никого. И купила вот здоровую пищу. Как вы считаете, нужны ли подобные мероприятия в нашем городе? Очень нужны, и народу много. Я думала, меньше будет, и молодые, и всякие, очень хорошо. Желающие могли измерить давление, что пользовалось особой популярностью, пройти флюорографию на современном аппарате и даже УЗИ-диагностику в мобильном центре здоровья. С помощью анкетирования специалисты помогали выявить ранние признаки рака, диабета и других опасных заболеваний. Консультации проводили ведущие врачи областного диагностического центра. Терапевт, кардиолог, уролог, гастроэнтеролог, педиатр, невролог и многие другие. Как вам подобная акция? Мне очень понравилось. Я чисто случайно попала сюда и не знала о ней. Мимо проходила, и вот мне понравилось. Я подошла, вот уролога прошла, теперь устаю в очередь к невропатологу. Вот. Планирую еще посмотреть, может, УЗИ сделаю. Вот. Очень удобно, потому что в поликлиниках везде очередь, и не всегда удобно с работы, нужно отпрашиваться, уходить. А это у меня сегодня отпуск, и я просто гуляю по Воронежу и полезно для себя сделаю. А как вы считаете, нужны ли подобные мероприятия в нашем городе, как можно чаще проводить? Я думаю, что обязательно нужны, чтобы довести до людей, что нужно, в общем-то, на свое здоровье обращать внимание, и хотя бы иногда обследоваться, и молодым тоже в том числе, не только в нашем возрасте, и детям, и всем. Вот хорошо, здесь педиатры есть. Здравствуйте, скажите, как вам подобное мероприятие? Замечательно, мы частые гости вообще, в принципе, в диагностическом центре, ну, я в частности. А тут решила и сына заодно обследовать, пока есть такая возможность бесплатная. А вы сами уже врачей каких-нибудь прошли? Да, мы были, я у уролога, у терапевта, у педиатра сына проконсультировала, и сейчас стоим вот к неврологу. А как вы считаете, нужны ли подобные акции в нашем городе? Обязательно нужны. Замечательная возможность пройти квалифицированных специалистов бесплатно. Летний день здоровья Департамент здравоохранения Воронежской области провел и во всех районах, а также на предприятиях и в организациях, чтобы помочь как можно большему числу людей сохранить свое здоровье.